Радио Минск. Объяснительно. Объяснительно – это прекрасная возможность провести выходные, ну, какой-то из этих выходных, в приятной компании. В кругу людей и лошадей. С братьями нашими по размеру большими. Да. Вот, но... В принципе, так говорят, что меньшими. Говорят, да. Весенняя праздничная выставка шоу лошадей с 8 по 11 марта в спорткомплексе «Динамо» на Даумана 23, если кто забыл, состоится. Ой, чего там только не будет. Все будет. Мы вчера перечисляли. Там и эти, каких, редкие породы. Да. И дрессированные. Шайер. 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 Это предстанет шайер перед публикой. Тяжеловоз из Англии. А. Английский конь. Вот, один на из чистой самых... овсяной каше, взрощенный. На самый высокий, у него из всех пород вообще лошадиных, у него самая высокая, одна из самых высоких, почти 2 метра. Как БелАЗ белорусский. Ну, так он же на четырех, так сказать, ногах, вы представьте, если он на задние станет, так там вообще будет ого-го. Вот, и говорят, чтобы взобраться на него верхом, нужна стремянка. Потому что человек так не заберется. Если есть дома, берите с собой. Да, если бы мушкетер так вот думал, буду убегать от этих кардиналов-гвардейцев, а стремянки не было, он бы так и бежал. А зато если бы из окна выпрыгивал, то он бы просто вышел и сел. И сел. Потому что раньше дома такие не строили. Это одна из представленных пород, которую мы разобрали, так сказать, вам. А так в программе, да, все что угодно. И цирковое шоу, и шоу амазонок, и казачье шоу. И тяжеловозы, вот которых мы рассказали, и выездка, акробатические шоу. Вы видели когда-нибудь, как лошадь делает акробатический трюк? Видели. В вестернах обычно, там когда стреляют, у них вот они... А здесь можно было не по телевизору. А в мультфильмах еще Анжела танец делала. Но своими глазами акробатику от лошадей можно будет увидеть с 8 по 11 марта на весенней праздничной выставке шоу лошадей. Если хотите сходить абсолютно бесплатно, благодаря Радио Минск, то поучаствуйте, пожалуйста, в рубрике «Объяснительное». Далее наши друзья, сотрудники МЧС, будут рассказывать что-то из своей тематики, рабочей, профессиональной тематики. Спасательной. Спасательной, такой, возможно. Да. И вам нужно будет догадаться, что это за слово, на 9240 прислать свои варианты. Если ваш вариант окажется правильным, а вы будете первым человеком, кто этот вариант прислал, то пригласительные будут ваши. Итак, 9240, отправляйте смс на этот номер. Как только догадаетесь, описание какого слова вы сейчас услышите. Ждем это слово. Длинный, короткий. Татуировки, размещенные на руке. Так в просторечии еще называют телескопический трап в аэропортах. Растягиваются манжеты. Бывает цельнокройным, вточным, длинным, коротким, узким, широким, мокрым, сухим, пожарным. Если этот предмет, то еще течет вода. Это связывают за спиной у психбольных. Потрясающее объяснение. Да, со всех сторон рассмотрели этот предмет. Что это такое? 9240. Ждем ваши ответы. Ну, а минут через 7 узнаем, кто первым прислал правильный ответ. Радио Минск. Объясните. Объяснительная. Она у нас, понимаете, принесет кому-то пригласительный. Пригласительный на выставку лошадей. Праздничная. Да. Весенняя праздничная выставка шоу. А, еще и шоу. Да, вообще лошади, потому как, там же мы сами говорили, будут эти акробатические этюды. Этюды будут акробатические обязательно. Так вот, мы загадывали слово, и наши друзья из МЧС описывали это слово. Слово, которое «рукав» звучит так. Именно так называют, ну, вы понимаете. «Рукав». Шланг, «рукав», да, «рукав». И вот сейчас послушаем еще раз это описание, ничего присылать не надо, просто возобновим в памяти, как нам рассказывали про рукав, и узнаем, кто первым прислал правильно слово «рукав». Длинный, короткий. Татуировки, размещенные на руке. Так в просторечии еще называют телескопический трап в аэропортах. Растягиваются манжеты. Бывает цельнокройным, вточным, длинным, коротким, узким, широким, мокрым, сухим, пожарным. Если этот предмет, то еще течет вода. Это связывают за спиной у психбольных. Это рукав. Ну, рукава. Все верно.
Спасибо всем за участие, да, за ответы. По-моему, практически все были правильные ответы. Не, но... Ну, шланг были варианты были, да, такие. Были, да, были, ну... были. Но первым правильный ответ прислал наш слушатель, чей номер заканчивается на 305. Мы вас поздравляем. Сейчас совершим телефонный звонок, расскажем, как забрать пригласительные, ну и подарок от Радио Минск. Там еще через 10 минут встречайте Николая Смирнова, который расскажет о том, что происходит в городе. Он следит за информацией, понимаете? Но хорошо, что он новости рассказывает, а не поет. Поет или рокер? Долго следить за информацией, да, информация будет следить за тобой.